Ребят, вышло новое обновление. По-моему, самое легендарное. 3.4.0. Мы его ждали 3 месяца. 3. 3, ребята. И да, извините, ребята, у меня было 2 дня. Я просто отдыхал. Сейчас у меня новые силы, поэтому я смогу для вас снимать новые видео. Из режимов, ребят, я как вижу, у нас ничего. Кстати, ребята, я думаю, что вы видите то, что я уже успел купить свой скин. Риковая мать. Давайте я вам покажу глаза. Так, вот, ребят, смотрите. Есть фингал, 2 фингала, злые глаза, очки крутые, противогаз, очки деда, очки, блин, не знаю кого. Скина ничего. Машины, кстати, ребят, добавили. Вот, ребят. Первая, вторая, третья, четвертая. Они очень крутые, ребят. Из ботинков ничего. Ну, боты, можно сказать. Из клювов. Ничего такого. Из хвостов ничего, ребят. А вот из рюкзаков еще много чего крутого. Есть унитаз. Вот это. Ну, деньги. Арбуз. Вентилятор. И вот это. Также еще есть в мобах. Смотрите, ребят. 5 мечты их серьезно добавили. Вот, ребят. Еще добавили вот эту вот летучую мышь. Паука, его. Даже еще добавили новых, вот, и вот. В скинах вот что. И животных, ребят, ничего, а вот из этого вот. Теперь я вам покажу новые карты. А еще также 3 пасхалки. Первая карта, которую добавили, это карта Египет. Вот такая вот она крутая, вот, ребят. Давайте я вам сейчас сделаю режим камеры. И вы просто посмотрите. Да, вот такая вот тут карта. Видите, да? Такой вот столик. Хотя, блин, я не буду точно вещи давать. Я тут еще один бак обнаружил. Смотрите, летающая лестница. Она, наверное, должна быть как по типу вот этой. Ну, получилось что-то вот это. Ладно. Давайте просто посмотрите. А это что за могусы? Кстати, ребят, там еще есть речка. И вот оно. Можно искупаться. А теперь я вам, ребят, покажу новые тачки. Ой, кстати, я забыл. Тут еще есть новая вкладка предметы. Самый прикольный — это шлагбаум, смотрите. Вот. Первая машина. Вторая машина, третья машина, четвертая тачка. Итак, ребят, давайте на первой прокатимся. Так, я как понял, на ней нету нитро, ну, интро. Блин, короче, как удобно называть. Ну, дрифтит-то, кстати, неплохо. Блин, слушай, мне она нравится. Особенно, какая она еще проработанная. Ай. Блин, перевернись. Это вы что-то вы не видели. Кстати, в команде я оставлю у нас самое интересное. Ой.
Это все машина вот эта, у нее уже не есть интро, нейтро. Дрифтит она вообще идеально, кстати говоря. Ой, за кулисы я не хочу вылететь. Ну что ж, бежим. Бегу, бегу, бегу. И набежал, наверное. Кстати, вот, мне эта машина больше всего нравится здесь. Вот это, у нее тоже есть интро, нейтро. Короче, вы поняли, да? Кстати, ребят, сейчас мне долго идти, поэтому я долечу на... Как раз в новом самолете. Кстати, вот смотрите, я для него уже прикупил цвет, да, для него нужно покупать цвет, к сожалению. Ну, у меня 10 тысяч монет, для меня это не проблема. Цвет стоит всего 60 монет. Ну что ж, ребят, полетели. Боже мой, он такой быстрый, кстати, у него есть ракета. Да. Ну что ж, ребят, теперь... Кстати, смотрите, у нас что есть. Боже мой, ребят! Вы видели? Он меня задавил! Вы это видели? Еще раз! Смотрите, реально! Боже мой, разработчик, тебе респект! Ладно, давайте. Слушайте, да он идеальный. Но он как навряд ли подойдет. Ай. Блин, ребят, ну это круто. Теперь протестируем вертолет. Вот он, ребят. Что ж, ребят, я в него сейчас сяду и посмотрим. Слушайте, вертолет идеальный. Слушайте, а давайте посмотрим, что внутри этих пирамид. Я, блин, не буду. Никак, блин. Сами проверите. Следующая карта у нас том 4. Да, я должен знать, что есть том 3. Кстати, а что будет в следующем обновлении? Том 3F? Ой, блин, том 4F? Это какая большая карта, это интересно будет. Вот. Ладно, ребят, я сейчас переведу в режим камеры. И мы просто посмотрим. Вау, ребят. Смотрите. Это неплохо, кстати, сделано. Серьезно? Это идеально. Я как понял, это все прозрачное. Да, прозрачное. Вообще офигеть. Ну просто карту, блин, ну класс! Ничего не сказать. Смотри, тут есть свобода места, что можно что-то построить. Кстати, тут есть наше любимое старое здание. Кстати, мне интересно, что будет тут элит-квад сделать? Ну ладно, ребят, давайте просто вы посмотрите. Ну что ж, ребят, о, смотрите, какое. Давайте зайдем в него. Ничего-то особенного-то и нету. Ну ладно, ребят, мне интересно долететь до маяка. Ну как, не долететь, а доехать. Что это было? Блин, ребята, он что, прозрачный? Блин. Ну, плохо. Ну, ладно. Кстати, ребят,
Напоследок смотрите, что тут еще добавили. Тут еще добавили новые анимации. Вот это. Вот это. И вот это. Моя бушка. Да. Пинать. И что это такое? На завтра у вас будет арбуз? Кстати, ребят, подождите, мне кое-что интересно проверить. А что если... Гарри Поттер 3000. Знаешь, ребята, теперь я думаю, что вы можете заметить, да? Видите это? Вот это вот, видите? Знаете, что это? Видите? Это мясо курицы. Подождите, ребята, мне... А мы же можем ее близко разглядеть. Знаете, каким способом? Смотрите. Ой, блин. А теперь уходим, ребят, и смотрим. И, ребят. Что, чё? Давайте, ребят, станем повторно ее рассмотрим. Как, ребят? Дайте, ребят, она тут еще есть. Вот где-то должен быть процесс. Ладно, ребят. Давайте вот так вот как-то, чтобы ее посмотреть. И смотрим, ребят, и, ну, о. Походу, мы тебя не рассмотрим. Это, ребят, была первая пасхалка. Сейчас вам покажу еще одну. Итак, ребят, чтобы нам найти следующую машину, нам нужно отправиться в элитный отряд. Не то, что в элит-сквад. Бежим, ребята, к Бэтмобилю. Пошел нафиг. Ну, я думаю, что вам показывать. Короче, ребят, раздаваем. Ну, блин, находим, короче, Бэтмобиль. И летим. Кстати, ребят, знаете, почему я делаю это в одиночку? Потому что другие игроки его забирают. Поэтому... Я 3 попытки это делал, поэтому... Достойно лайка! Так, ребят, нам нужно полететь к вот этому вот зданию, где обычно магазины какие-то, ну, на мирных серверах. И... Вот это. Нам нужно потыкать, чтобы она появилась в магазине. Пострелять. Еще немножко пострелять. Ну, и она должна появиться в магазине. А следующая пасхалка находится вон за этим холмом, если не ошибаюсь, ребята.
По-моему, это да. Так, ребят. По-моему, я ошибся. Ну что ж. Короче, ребят, к сожалению, эту пасхалку не нашел. Но ставь лайк, если понравилось видео. И да, извините, то, что у меня не было целых 2 дня.